И снова всем привет, друзья! С вами канал Android Software. И в сегодняшнем видео хочу сделать более полную инструкцию по включению или отключению оптимизации MIUI на ваших смартфонах Xiaomi. Итак, как нам включить либо выключить оптимизацию MIUI? Для этого мы переходим в настройки на нашем смартфоне. Далее переходим в пункт о телефоне. Далее нажимаем несколько раз по версии MIUI. Пока здесь у нас не выйдет надпись «Вы стали разработчиком». То есть вы увидите, да, появилась надпись «Вы стали разработчиком». Далее возвращаемся обратно в главные настройки. Теперь здесь прокручиваем в самый низ. Переходим в пункт «Расширенные настройки». И здесь у нас появился пункт «Для разработчиков». Переходим в него. Перешли. Теперь прокручиваем в самый низ. Вот, смотрите, в моем случае у меня пункт «Включить оптимизацию MIUI» есть, и он у меня включен. То есть я могу его здесь включить, либо отключить. Что делать, если у вас здесь данного пункта нет? Вам нужно нажать несколько раз по вот этому пункту. Восстановить значение по умолчанию. Нажимаете, здесь появится надпись «Настройки автозаполнения для разработчиков сброшены». И после этого у вас здесь появится пункт «Включить оптимизацию MIUI». Но, ребят, у многих вот этот вот пункт «Восстановить значение по умолчанию» не активен. То есть мы не можем на него понажимать и сбросить. Соответственно, этот пункт у нас «Включить оптимизацию MIUI» не появляется. Что же делать в таком случае? Для этого мы возвращаемся на один шаг назад. В расширенные настройки. Идем в самый верх. Здесь выбираем пункт «Язык» и «Ввод». Здесь выбираем пункт «Автозаполнение». И у вас здесь, ребят, должен стоять пункт «Google». Если у вас стоит «Нет», давайте поставим. Вернемся обратно. Вернемся еще раз назад. То есть пункт «Для разработчиков». Крутим в самый низ. Вот, видите, восстановить значение по умолчанию в таком случае не активно. И чтобы оно у вас здесь было активно, возвращаемся назад, как я уже показывал. Язык и ввод. Автозаполнение. И ставим здесь Google. Окей. Возвращаемся обратно. Еще раз. Для разработчиков. Крутим в самый низ. И вуаля, данный пункт у нас теперь активен. Тыкаем на него. И после этого появляется у вас пункт «Включить оптимизацию MIUI». Все, ребят, на этом все. Если данный способ вам помог, напишите, на каком телефоне вы это все делали. Также напоминаю о том, что у меня есть второй канал на Яндекс.Дзене. Всех приглашаю туда. Переходите, подписывайтесь. Ссылочку на канал я оставлю под видео, так как в данный момент неизвестно, что будет с YouTube в России дальше. Чтобы нам не потеряться, переходите на мой канал, как я уже упомянул ранее, на Яндекс.Дзен, и также подписывайтесь. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр и всем до новых встреч!